когда уйдет, может шаг перевернуться в этот Богом забытый год, или будущее бросает тени прежде, чем войти, сны капризно переключая и урчит на моей груди. А потом в колокольнях грянет, будто дерзкий весенний гром, и осветит, как фонарями, его плащ за моим окном, словно джин в золотом стакане, как в кальяне хмельной горшишь. Бродит в царственном одеянии, потешая собой Париж. У оборвы Шамедео нынче в сердце другая страсть, Микеланджеловская дева новой Анною назвалась, новой музою или пассией, снизошедшей до дел зимы. Ханна на Монпарнассе пьют за мертвых, а не живых. Зачем приходит?